Слышь, Гурдашик, короче, так не пойдет. Если ты решил нас всех заменить, то мы тебя сейчас тоже заменим на человека, который точно решит все наши проблемы. Добрый вечер. Володя? Ой, извините, я просто обычно, когда с вами разговаривал, вы в телевизоре были. Так, Бурдашев. А? Александр Васильевич, спасибо, что пригласили. Я только, знаете, совсем забыл про подарок. Да ладно, Владимир Владимирович, главное, что вы здесь, в доме КВН. Точно. Спасибо, что напомнили про подарок. У меня только, знаете, Александр Васильевич, один вопрос. Это же кубок мэра. А где сам мэр? Ну, не смог, наверное. Как-то не смог. То есть я смог, а он не смог. Ладно, ребята, раз уж я здесь, чем я вам могу помочь? Ну, можете с жюри поговорить. А кто в жюри? Доверенные все лица. А нет, не все. Здравствуйте, Семен. Хлопну бургер со здоровья Собянина. Александр Васильевич, я сначала должен там поздороваться. Здравствуйте. Сергей Семенович, а вы почему опаздываете? Так, в пробку попал. Какую пробку? Что вы не поняли? Так нет, заработался, забегался, что-то сегодня много дел, и заместитель куда-то запропастился, не пойму. Хожу, еще нет нигде. Главное, бегал весь день нарядный, что-то довольный, куда-то убежал. Я не понял. Ну, так, может, кто-то на КВН поехал? Не знаю. Что он прям с КВН на КВН, что ли? Ладно. Ну, тоже верно. Сергей Семенович, а вы подарок приготовили? Так, кстати, праздник же, веселье. Вот, от меня лично, от мэра Москвы. Это что, шоколадка? Ну, больше плитка. Ладно, давайте перейдем к серьезным подаркам. У нас есть серьезные подарки? У нас есть серьезный подарок. Пожалуйста, внесите, пожалуйста, подарок. Спасибо, товарищ полковник. Александр Васильевич, в этом конверте чистый бланк с моей подписью. Так что вы можете вписать туда все, что хотите. Да. Классная вещь, Александр Васильевич. У меня в Тюмени такая же была. Я костюм написал. Александр Васильевич, но я надеюсь на вашу природную скромность, уважаемый вы наш президент планеты. Ну что же, я поздравляю вас с днем рождения. С днем рождения! Это первый канал, это КВН, это на паре он, ди-ди-ди-ди на ми. Thank you.
Наверное, самым важным днем в жизни молодой семьи является день рождения ребенка. На втором месте по важности стоит день выписки из роддома. Воскресенье. Приготовились друзья, народу много. Их всех собрал, конечно, я, все под роддомом. Стояли с самого утра, но это было вчера. Я перепутал даты, но ресторан был заказан, и гости настроились. Что, мне отказывать им, что ли? Она меня любит, она меня простит. Привет, Лен. Как доехали? Сумку подержи. Ага. Ого. Лена, я здесь вещи оставлю. Всего доброго. До свидания. Спасибо. А кто это, Лен? Мужик. Безусловно. Прохожий. Почему детская кроватка расправлена? Лен, там Сергеич ночевал. И он здесь. Лена, он помогал мне готовиться к вашей выписке. Сергеич, иди сюда. И что вы там подготовили? Мы песню переделывали. Пойте. Давай, Сергеич, мы вместе. Папа лучше всех, вас папа ждет успех. Папа праздник, он проказник. Привет, я твой отец, а ты мой первенец. И мама рада, я ей награда. Где мой папа? Вот твой. Сейчас вообще по делу. Собрал свои вещи и вон из моего дома. А что это из твоего дома? Вообще-то это я квартиру покупал. Создавал в ней уют для нас двоих. Троих? Для нас троих. Для нас троих. Не перебивай, Сергеич. Хватит называть моего отца Сергеичем. Да нормально, ну. Абсолютно, Лен. Лен, в следующий раз такого не повторится. Какой следующий раз? Ну, я же еще дочку хочу. Я бы хотел, чтобы мой сын узнал, как самый первый день его папка ждал. Я хочу увидеть, как он пошел, шатаясь пешком под стол. Как он играет в футбол, вместе с ним школу однажды проспать, будильник за это ругать и матери вместе врать. В Новый год будет мой сын мушкетер в костюме из маминых штор с заколками вместо шпор. Вместе с ним снова мать из роддома встречать и имя сестре выбирать. Вот только бы не опоздать. Мужчины, даже если вы опоздали в роддом, вы всегда успеете стать хорошим отцом. С любовью к детям! Небо!